О, Ган, себе. ган, 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 ган. Надо быстро заходить. Заходи, заходи, заходи. Я к вам. Ты не забампался, Берт? Нет. Да, Ник, перемещайся к нам. О, здесь что-то какая-то. А, База. сейчас сумоется, наверное. Наверное, сумоется. Пожалуйста, да, антиджемом аккуратнее. Они будут быстрые, но тебе придется как-нибудь там вот с лонга прокидывать, что ли. Давайте, чё, на меня ползите. Давайте в капцепь сразу же. Шип стопайте, когда приварпали. Ну что за привычка еще делать? Ник, Ник, я тебя кидаю. Мы тоже кидаем. На Берда по две. Давай. Штутганг пришел на Кьюраш. Хугим, Хугим, Стабер. Это те ребята, что за нами. Спасли за меня, если можешь. Хорошо. Лол, промахнулись, парни. Ну, так, на 18 ау. Вернись, посмотри за ним, когда пропают. Там никакой анимации нет. Заклочься керрисом пока. Комбаты на нас. Ты заклочься, заклочься. Ух, ёжик. Тут нормально. Две ББХи, два Хугина, рапира. А ДПС ты где? Короче, Бёрд. Будешь греть антиджам, нужно Блэкбёрд отметить. Да. Если там перезалучите. Там ББХи рапидные. Да если похер какие, ну чувак, ну 100 ДПС рапидные ББХи. Какая мне нафиг нужна эта информация? Ну серьезно, рапидный ББХ. 100 ДПС. 110 в перегреве. Окей. Ты знаешь, смотри, они будут точка 3. Когда они зайдут, ты деклочнешься, потому что они, скорее всего, будут очень заняты нами. Когда именно ББХи появятся. Попробуешь кинуть на ратлы антиджам. И как-нибудь так держаться против 40. Но если ты видишь по себе какой-то вот лоб или что-то такое, сразу выскакивай. Но попытайся подержать на нас. Два Хугина рапира, они да, прям... Да, я тоже угорел. Сейчас их катить будете на ратлах. Скажи, чтобы они к нам в ноль пришли. Если они зайдут туда. Тут еще народ, если двигаться, возможно, начнет непись респавниться. Если они куда-то покатятся, возможно, репись респавнится на них. Они вас насканили хоть? Да, насканили они нас, они значит нас ждут. Какие-то странные. Комбат на нас. На каком они гейте? Слушай, давай кинем кураторов, типа мы крабим. Хераш. Кто-то пацан нажимает. Давай кинем кураторов. Типа мы крабим. Кинул. Я какой-нибудь депо сейчас поставлю, уберу. Минута будет. Так уберется-то сразу. По-моему. Нет. Понерфили. Ну, в смысле, он сразу уберется. После руптуры на подсыхание. Да, на ближнем ничего нету. Равен, слушайте, ну там, если они сейчас регрус все соберут, то там жесткий ДПС будет. Что не делают, Микки? Курса. А, 14 тел стоят на гите без разгона. Ну, пару с разгоном, но это интро. А, не орбитит, в смысле, да? Просто стоят без скорости. Не, интро. Разгон. А, да. Похоже на орбитит. Дрей. А можно поставить какое-то время упасть на гейт просто? Да я тоже так думаю. Что с каждой минутой там все больше и больше. Дрей. Угу. Тут андок рядом, видишь. Да, они включили ботфон. Ну чё, будем падать на них, Верт? Давай чуть постоим. У них вот уже одна курса есть. Угу.
фигово. Курсажа вас не должна вынитрить. Курса нас не нитрит. По идее. А логисты у них есть? Если у них есть логисты и курса... Ну, логистов пока не видно. Может, упадем? Может, упадем? Ну, смотри сам, там, ориентируйся. Блин, нифига себе. Ты такой ответственность на меня. Ну, просто... Офигеть. Гараж? Да. Давай на соседнюю упадем, слышишь? На XK, да, вроде выход? На Ленке куда ты хочешь? Здесь. XK, да, очень близко. Давайте разгоняемся на XK. Собираем дронов. Угу. Это там сразу выставить? Давай. Кирису попотеть придется нашему. Угу. Но ему нужно незаметным очень быть. Если Blackbird... Там не забудьте смартоид работать, слышишь? Все, что у нас будет, всех дронов. Слушайте, на X... побыхи придут в общем. На XK в ноль. Раз, два, три, варп. Они придут все в ноль, потому что не будут думать, что мы проходим. Третий был Blackbird. Это пиздец. Можем очень сильно зафакапить с этим делом. Главное, чтобы вам бонусы не сканили. Да. Ну вряд ли они будут этим заниматься. Мы можем провалиться в эту сторону, реопрочность, типа мы... Не все так много. А. Да, там... Чё не делают? Хугима. Стоят. Пробить от гайку. До сих пор. Так точно. Кто-то даже дрон варпает к вам. Угу. Варпает к вам. Все, лочим друг друга. Давай, ну шип стопните, я хочу вас залочить. Ну, не крабили что ли никогда? Все, все Blackbird к вам ушли, все ушло. Ладно, пист, я сразу туда. Наливаю. Не спеши. Наливаю. Давай на Берда пока две кинем, посмотрим, что будет. Дашь туда отмашку. Хугин меня залочил. Вот эту хрень лочим, он меня залочил, будет агриться, наверное. Меня заанкорит, ребят. Угу. Я поехал агриться на... Или нет, подожди. Где Блэкберды? Ищем Блэкбердов. И едем к ним, Блэкберды. Лочим. Лочим Блэкберды. Бродкастер, это будет праймари. Готовы? Готовы, ребят? Да. Поехали. Да. Бонус апайте. Угу. От нейтри бэбэх всех, от нейтри. И курсу от нейтри, если можешь, курсу лочим. Всех прошла. А, в огре Хугин. Вот этот. Держу. Зачем курсу? Он выезжает. Хугин сетка. На курса праймер. Вторая сетка. На мне вся игра. Угу. Окей, Blackbird. Бродкаст. Стабер будет потом праймер, лочите. Я сниму, кину на тебя, слышишь? Пока да, я тоже на тебя кинул. Хелл. Хелл прокинули. Похуй. Дягритесь. Дягримся. Орбитим гейт 500, хотя меня орбите. Орбитим гейт 500 метров будем доставать. На бэх. Угу. Спасибо за подсказку про хелл. Хоть скребок не снял. Нет. ЖК бустеры. Давай с Берда снимем, вот, слышишь? Каплейки кидайте. Снимаем с Берда. Кидайте каплейки. Угу. На вас варпать сейчас Blackbird там как? Нет. Все, диагноз. Меня, наверное, пробьют, чувак. Да. Угу. Кто-то еще в агре из вас. Все, ой, я не я в агре. Нетрик нужен. У меня нетрик за крючку, бля. Ну, не, я это не выкачиваю. Увы. Орбит Грейси. Да толку, игра только начала падать, я в джаме, все. Жри колеса. С хеллом не вариант. Откачиваешься. Давай, бист, держись. О, да. Так, надеюсь, меня здесь убьют. Сейчас меня убьют. Вот, поняли, да, почему они не хотели к нам заходить? Это было настолько очевидно, но... Балом пройди, пожалуйста. Скидывай игру.
Я тебя наливаю. Потому что хелл. Вот на что. Потому что сраный хелл. Да, пройду сейчас. Прохожу. Это же. Короче, давай, планета седьмая, луна вторая в 100. Заранее мне скажите, если надо будет. Варпа. Блин, сраная хэлла, ты подумай. Ну, на самом деле, могли хуже. Могли справить мерить Нику. Просто это было настолько очевидно, я не думал, что Михаил бросит. Леньки скотч. Да. Так, мы за нами не пошли. Давай на ЛЕ сразу идем. Хелл топит. Печаль. Линка небест. Печаль. Это линка. Я вот всего ожидал, но не заходит. ЛЕ. Один. Интернет не заходит. Мы не успеем. Не успеем. Давай на спотике. Сделал спотик? Да. Ничего, надо высканиваться. Что еще остается? Сейчас сканить нас будет. Да. Это нужно нон-стоп варпать. Да нас не выпустит. Система Андрей. Маленькая. Погухайтесь. Награм? Да. Счетчик на W. Тунканул нормально. Уложи глазки в W и W. Посмотрите, какие цены. Какой? Ну, XK, может мы назад выйдем. Да какой они тут стоят? Тут хэл еще. Я тут глазки. Окей. Ну, в XK нет сигнатов, если что. Жалко, блин, жалко. Такой мой мультифайт офигенный. Да. Надо было сидеть в флексе и сидеть. Ну, лучше бы они притащили флекс 100 логистов, хоть не так уныло было бы умирать. Слушай, ну, вот честно, от Хэлла вообще не ожидал. Да, я тоже не ожидал. Ну, грустно. Ну, что поделаешь. Комбатки. Черт возьми. Да не, как бы слив-то дешевый, просто жалко. Ну, именно что бой просто.